Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан, я продолжаю выживать в такой замечательной игре, как The Long Dark. Но она замечательная с одной стороны, а с другой стороны она постоянно убивает персонажей. Как обычно, с нами незримый Хаммер слева от меня сидит, машет ручкой, и мы попытаемся сейчас найти с вами домик охотника, не знаю, просто какой-нибудь домик. А вот смотрите, что такое там? Нет, там, по-моему, камни. Хотя... Так, давайте как мы пойдем? Давайте вот так вот пойдем. И Дженнифер у нас замерзла как цуцик просто. Так, она хочет есть, пить. Ну, пока ты терпишь, Дженнифер, да. А, костерчик развести, да? О, что такое? Замороженный труп. Ну, с одной стороны, это плохо, а с другой стороны... Так. Может быть, развести огонь, как говорится, да? Нам главное, знаете, что не потерять ориентир, что вот... Дженнифер, ты что, спать хочешь? Подожди. О, какой-то домик. Ну, это домик не охотника, Дженнифер. Это не то, что я, на что я рассчитывал. Или мы с тобой вместе, или как там. Но это домик... Я не думаю, что это охотника, потому что дом охотника, он на горе. А это все-таки... О, так это все-таки какой-никакой домик, Дженнифер. Это не просто как... Это... Смотрите, тут даже туалет есть. Я не рассчитывал на... топливо для фонаря. Дженнифер, все нормально, не дыши так. Хотя это в чем-то... Туалет. В туалет мы зайти не можем, но и он как бы зачем нам? Все, Дженнифер, это не дом охотника, но я тебе скажу, что это спасение для тебя все равно. Потому что это такая игра, что она... Домик? Хотел сказать, охотника. Нет, просто домик. Просто домик это... Это очень круто, потому что... О, ну, правда, тебе придется тут ночевать с трупом. Ну, что, Дженнифер, ты уж извини. Как говорится, не до хорошего. Полочка. Нам надо, ребята, топор. Знаете почему? Мы можем здесь поспать, это хорошо. Скамейку давайте разломаем. Опять же, лучше бы топором. Так... контейнер. О, Дженнифер, смотри, тут... Дженнифер, тут пуховая лыжная куртка, очень легкая, теплая, но продуваемая. Ну, так, мы сейчас разберемся, насколько она хороша. О, Дженнифер у нас уже согревается, это хорошо. Это замечательная... Это замечательная девчонка. Так. Здесь и поспать, и здесь... А знаете, чего здесь нет, ребята? Здесь нет печки. Вот это плохо. Здесь нет печки. А можем мы костер развести... Ну, как вам сказать? О, обезболивающее. Можем мы костер развести... Здесь внутри. Но перед этим... Во-первых, Дженнифер у нас все-таки согревается. Это радует. Во-вторых, мы сейчас попробуем одеть... плюс 0,5 так, и бонус от ветра 0,3, носить. О, мы еще одели, то есть мы это, ты теперь в курточке, Дженнифер, ты не просто в этом, плюс 5 бонус к одежде у нас. Что еще? Мы, конечно, поспим здесь и все такое. Давайте все-таки попробуем разжечь. Мы сможем разжечь огонь? В помещении нельзя. В помещении нельзя разжигать. Я предлагаю сейчас попробовать по максимуму что-то починить. Во-первых, так, 0,4, 0,5, 0,4, 0,5, 0,7. 1,9 ботинки. Что у нас самое плохое? Кальсоны, да?
Труселя у нас никудышные. Труселя. О, да, у нас пуховик никудышный. А пуховик стоило бы починить. Давай, Дженнифер, ты можешь. С помощью иголки 45 минут, давай. Давай, давай, дневное время не удалось. Дженнифер, ты можешь, давай, давай, чини пуховичок. Не удалось. А ткань тратится, интересно, нет? Давай, давай, тратится, наверное, время. Ну, не наверное, а точно. 6 часов дневного времени. Что, Дженнифер, там? О, удалось, 62, и пуховичок у нас починил. Молодец, молодец. Молодец ты, умница. Обезвоживание. Так, Дженнифер, стоп, 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 стоп. Так, срочно, срочно. Вот, извини, извини, извини. Извини, Дженнифер. Извини, родная. Так, ууу. А слушайте, вода вообще жажду утоляет, да? На удивление, вода утоляет жажду. Кто бы мог подумать. Так, давай, что у нас есть еще поесть такого? У нас сгущенка есть, но после нее, по-моему, хочется пить. Ну ничего. Давайте съедим сгущенку. Да, у нас нет открывашки. Это плохо. Это плохо, нет открывашки, но она бедными накоточками своими там открывает эту банку зубами. Мне тебе жалко просто. Свинина с персиками подождет. Кофе, 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 чай, кофе, это хорошо. Чай, кофе, потанцуем. Так. Мы можем развести огонь на улице. Либо поспать. Либо поспать и все-таки здесь немножко согреться. Что сделать? Хотя сейчас вот на улице еще светло. Мы можем поспать. Мы можем поспать здесь. Может быть, нам развести чай на улице, на костре? Давайте все-таки выйдем. Выйдем все-таки, попробуем. И после этого уже поспать. Вот. Мы можем всякие палочки вот найти. О! Перышко! Вот это круто. Трут замороженный. Тоже... Ну, труд это для... Пусто. Странно. Так, мы можем еще побегать, палочек поломать. Давайте немножко поломаем, пока у нас светло. Конечно, Дженнифер, холодно, но мы... Давай... Да сейчас отдохнешь, Дженнифер. Давай ты веточку еще поломаешь, и мы разведем огонь здесь где-нибудь, прям вот. Прям около, около, уже темнеет, и это с одной стороны плохо, палочки есть, с другой стороны, давай вот прямо здесь вот огонек разжигем. О, у нас еще такая горючка есть, круто, круто, Дженнифер, да ты зажиточная девушка, я тебе хочу сказать, Дженнифер, и тебе, что-то там... 52% было. Влияние ветра. А чё тут ветер, да? Блин. Четыре Цельсию. О, не, она согревается. Согревается, Дженнифер. А, дровишек, давай. Давай, да. Я не знаю, добавить. Давай добавим. А, кедровый. О, есть кедровая пала. Кедровые дрова есть. О! Во, надо было дрова, а не палочки. Не палочки. Так. Давай травяной чай приготовим. У нас есть вода, как я помню. Травяной чай. Кстати, надо воду еще на. Воду обязательно. Мы ее это. Вы поняли. Травяной чай. Давай ты у нас. Так, у нас. Ну, жажда есть немножко, но мы зато хорошо потом выспимся после чашки чая. Что-то прям сам захотел чай, причем зеленый. Кстати, после серии сделаю себе зеленый чай. А, о, Хаммер сказал тоже. О, Хаммер, кажется, любит зеленый чай. Поэтому мы с Хаммером сейчас сделаем зеленый чай по-настоящему. Так.
Не, у меня что-то зависло. Хотя у меня что-то зависло. Не знаю, у меня в общем что-то зависло и что-то развисло, ребят. Так, жажды нет. Да, отдохнем мы сейчас, Дженнифер. Ты немножко согреешься, и мы отдохнем обязательно. Еще что-нибудь. Да, да, воду. У нас воды 0,2. Да. Обязательно сейчас мы воду. Давайте 2 литра. Я рискую, конечно, ничего не сделать. Но вода. Когда мы еще воду это сделаем? Ой, что-то много времени уходит. Еще кипятить. Давайте литр покипятим. Так. Так. А давайте как сделаем? Давайте в костерчик мы еще закинем палочку. О, да у нас палочек, ребята. Дофига. Все, все палочки не буду расходовать. У нас палочек дофига. И мы еще прокипятим воду обязательно. Потому что некипяченая вода, в принципе, ну, она не нужна, некипяченая вода. Так, пока что мы не будем. Сколько, кстати, у нас воды? А, у нас воды 2 литра. Это круто, ребята. Это круто, у нас 2 литра. Сейчас мы приготовим. Так, травяной чай, кофе. Кофе можно приготовить, но она также готовится, как чай. Если вы хотите посмотреть просто. Но мы пока не будем. Так. Свинина с фасоли. Опять она, бедолага, будет у нас открывать. Не открывашкой. Как же сделать открывашку, а? Как же сделать открывашку? Как же сделать открывашку? Разогреть. А. Еще персики. Ну давайте еще персики разогреем. Ладно. Я что-то как-то это... Ладно. Она такая, да я уже все ногти это поисцарапала. Видите, мы много теряем, много теряем. Нам нужно открывашку, ребята. Костерчик уже почти потух. Давайте мы туда еще палочку одну кинем. Одну палочку давайте оставим. Что у нас? О, у нас Дженнифер согрелась полностью. Смотрите. Сейчас мы поедим. Поедим. Горячее, давай, покушаешь. Покушаешь ты персики, потом фасольку покушаешь. А почему холодная она? Мы же ее грели. Ну ладно. Или может только когда разогрел и потом нужно есть. Ну, наверное. Смотри, ты уже все сытая, все. И теперь только пойти спадки надо. Пойти спадки. 2 минуты костер горит, ну пусть он догорает. Это не страшно. Пойдем. Пойдем как раз поспим. Пойдем поспим. Вообще любую кровать можно выбрать. Давай на верхнюю. Так, 3 дня дневного времени. И давай подольше поспим. 3 дня плюс еще сколько там будет времени ночного. Посмотрим, давай. Вас не знаю, сколько ночного. О, 10 часов. Но чуть-чуть я не рассчитал. Я нажал 9 часов. А что ты проснулась, Дженнифер? Жажда? Так давай попьем, не вопрос. Давай попей. Попей. Сколько тебя основно выпивает? 2,24. 1,65. Сколько? 25 литров. Вот Хамик посчитал, молодец. Так, голод. Голод. Ну извини, извини. Усталости нет, но как ты видишь... темно вокруг, и давай все-таки поспим. Так, усталости нет. Нет, усталость немножко еще есть. Давай поспим часик еще, часик. А, 4 часа. Надо было 4 часа поспать. Надо было 4 часа поспать, чтобы... Я хочу, чтобы было светло. Давай еще поспим 3 часика. 3 часика поспим. И отправимся на поиски домика, собственно, охотника. Так, у нас день, как пишется, голодная Дженнифер. Ну, в остальном все хорошо у нее, я бы сказал, да?
Да, один день прожили, Хаммер радуется. У нас есть для розжига, для всего. У нас есть всякие медикаменты. У нас более-менее все тепло. И два тинета хорошие ноти. Ну, я не закончу, еще у нас есть у нас 5 минуток. И мы... Я просто не вижу, где дверь. Не вижу, где дверь. Вот, покину. Подожди, нам сказали, что день. А почему-то я... Давайте сейчас посмотрим. А, нет, все, день. Все. А, утречка. Утречка. Костерчик сожжен. Ну что ж, мы давайте... В общем-то, где-то домик охотника на горе. Да? Мы оттуда пришли. Пойдемте в гору. Пойдемте в гору. Дженнифер, давай. Ты можешь, ты смогешь. Я не гарантирую тебе, что там будет домик охотника. Веточку надо обязательно взять. Вот. Но надежда... Веточку давай разломай. Пока есть время, пока есть у тебя силы. Так, а веточки... А нет, ну как же так, веточки не подобрали. Это я забыл, извини, Дженнифер. Так, ты же сама не можешь ничего делать. Ну, вы поняли. Так, и нам... На какой-то горе... Какой-то домик охотника. Может быть, я вообще не в правильном направлении иду. Я здесь вообще первый раз. Так. Так, так, так. Ой, ты уже замерзла. Ну, а как ты так быстро замерзаешь? У тебя же одето более-менее все. Ну, Дженнифер, пока я не могу никакую шубу тебе сделать. Нужен... Как я? Я даже зайца не могу убить. А смотрите, туда он не залазит. Значит... О! Дженнифер, ты упала. Извини, извини. Извини. Так. Ну, она просто ушиблась, но вроде как... Я вижу, что я замерзаю. Хаммер говорит, я замерзаю. Я вижу, Хаммер, что я замерзаю. Мы разведем обязательно костерчик. Какие-то пеньки. Никакого домика охотника. Там есть домик, там есть, ну как, такой домик для привлечения животных. Или кого-то, не знаю. Но домика охотника я, ребята, не вижу. Все-таки, если сейчас я постараюсь забраться повыше. Куда же выше? Куда же выше? Давайте сюда еще пройдем. Что с тобой? Холодно. Я понял, Дженнифер, я понял. Давай мы сейчас... Только не упади сильно. Вот, осторожненько. Осторожненько. Давай вот здесь так вот осторожненько. Давай. Так, тихо. Давай, оп. О, молодец. Так, где же этот домик охотника? Мы либо до него не дошли, либо мы не дошли. Так, а что, я сюда не могу зайти? Ладно. Так. Угу. Придется спуститься вниз в тот... ну, это не домик, это такая, знаете, охотничья... палатка, что ли? Так, это мы не можем разбить. Охотничья палатка. Ну, не палатка, а... Это этот. Как он? Как его? Волк. Это волк. Это волк, зубами щелк. Ё-моё, ребята, это волк. А, иди нафиг. Иди нафиг, волк. Ё-моё, ребят, мы всё приехали. Дженнифер приплыла. Чем нам его отпугнуть? Подождите. Тихо, спокойствие. Спокойствие. Я не знаю, чем его... подпугнуть.
А, все, нас сожрал волк, ребята. Дать отпор, дать отпор. Это Дженнифер, дать отпор, с помощью чего? Мы погибли. Сожрали волки. Дженнифер. Или... Она еще живая. Она еще живая. Дженнифер. О. Дженнифер. Дженнифер. Иди давай, давай. Давай, давай. О. О. Дженнифер, нет, живи. Ты еще живая. Тебе понадобится аптечка. Да тебе? Ты вся вон изранена, понадобится аптечка. Мне, говорит, понадобится, наверное, аптечка скоро. Я просто, понимаете, я хочу от волка, от этого куда-то уйти. Я просто не знаю даже, куда. Куда от этого волка уйти. И как вообще защищаться, если волк? Если ничего нету в руках. Ну, в смысле. Фух. Так, подождите, как лечится аптечка? Лечите раны. Лечите раны. Фух. Вау. О, ребята, это жесть какая-то была. Я ж это... Как будто самого волки сожрали. О, давайте на этом закончим. Не все хорошо у Дженнифер. Я чуть не съел волк. Да, тебе, конечно, некомфортно. Я даже не знаю, что сейчас делать. Как от этого волка отбиваться? Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.